Итак, закончен клинок Танто. Делался он долго, делался тяжело. Изначально это был клинок катаны. Компоновка здесь идет что-то вроде тройного макури. Сталь каваганы сварная, сердечник внутри. Вот. Твердость кромки в районе 59 единиц по Роквеллу. Клинок достаточно упругий. Вот. При закалке на клинке катаны возникли трещины. Соответственно, я укоротил, нарезал хвостовичок, сделал плечики. Вот. Хвост на кага пришлось дополнительно отжигать, чтобы можно было сделать достаточно внятную насечку Ясуримэ. Подпись Мэй, ну, классическая, это с этого года начал делать подпись уже с отсутствием хироганы. То есть раньше, до 2015-го, у меня подпись была Ита Мацумото, соответственно, Ита писал я хироганой. Сейчас пишу полностью на канзи, то есть... Ну и надпись, соответственно, вот сейчас покажу, чтобы видно было лучше. Вот. Далее. Клиночек я полировал вручную, естественно, опять же, на наждачных бумагах. То есть до 2500 и дальше уменьшал зернистость посредством добавления, допустим, мыльного раствора. Клинок практически не подтравлен. Идет. То есть на данном этапе, в качестве клинке, я не использовал травление. То есть обычно я использую хлорное железо, слабо разведенное во время как бы финишной шлифовки. Так скажем, уже для имитации обработки кислыми камнями и так далее. Вот сечение клинка идет синоги цукури. То есть в сечении получается небольшой ромбик. Плоскость синоги дзи к обуху сходится, то есть она делается тоньше. Самое толстое место клинка – это ребро. Клинок этот я предварительно на черновой шлифовке до 600-го зерна абразива испытал на рубку предметов. Ну, рубка предметов стандартная была, то есть я не стал на этом клинке рубить, скажем, этот же металл. Ну, во-первых, причины я объяснял уже в ранних видео. Металл не люблю рубить. Почему? Потому что остаются достаточно хорошие риски, царапины на клинке. А это сводит всю полировку на нет. Потому что просто одну риску отполировать, ну, практически невозможно. Нужно уже сошлифовывать и дальнейшее делать полировку всей плоскости клинка. Вот. Кисаки получился, значит, средний, так называемый чукисаки. Вот. Хамон здесь идет нотары. Ну и, собственно говоря, рисунок сам зерен из структуры клинка хада, то есть он получился где-то у нас идет такой итамы хада, то есть обычно использую ко итамы и ко макумы хада, то есть на этом клинке использован именно достаточно крупный такой, хорошо, скажем так, разборчивый рисунок. Но это ничуть не ухудшает внешние характеристики клинка. Я бы сказал, даже придает ему, напротив, некоторый такой своеобразный шарм. То есть, ну, в частности, не знаю, кому как, конечно, дело вкуса. Мне нравится. То есть, этой работой я вполне доволен. То есть, клинок хороший получился, упругий, то есть... Очень хорошо, что ту катану, тот клинок я не выбросил, а решил из него сделать вот такой танто. Сейчас клинок полностью закончен, финишная полировка, и поедет он уже к клиенту. В дальнейшем клиент, возможно, оденет его там уже в соответствии со своим вкусом, в соответствии со своими предпочтениями. На накага имеется вот такой небольшой непроварчик или защипчик. Вот. Ну, собственно говоря, вот и все. Мкугиана идет диаметром 5 мм.
Все.